1 мая встретил жителей Ленинского района сильным дождем. Но несмотря на это, видновчане все равно пришли в центральный парк отдыха города Видное, чтобы насладиться этим праздником, ведь здесь всегда царит прекрасное настроение. Парк лучший! Видно! Парк лучший! Видно! Тот, кто хорошо работает, хорошо отдыхает. И это вполне относится к жителям Ленинского района. В нашем районе живут активные трудолюбивые люди, которые 1 мая по праву отмечают День труда. Видно было несколько площадок, где проходили первомайские гуляния. Одной из них стал Центральный городской парк отдыха. Здесь в один день состоялось торжественное открытие сезона и празднование Дня труда. Хорошего настроения, хорошей погоды, но и самое главное, наш любимый Ленинский район я поздравляю тоже и желаю, чтобы он процветал и стал лучшим в Московской области. Вообще парк начал свою работу еще 25 апреля. Это было сделано намеренно, чтобы избежать каких-либо технических неполадок и чтобы 1 мая горожане смогли насладиться всем спектром услуг парка. В День труда в парке была организована обширная программа мероприятий. С самого утра для гостей здесь были представлены различные мастер-классы. Клоун Алекс развлекал детишек и дарил им подарки, которые предоставил депутат Совета депутатов города Видное Роман Харланов. Днем программа продолжилась концертом в исполнении разных творческих коллективов. А вечером состоялась дискотека совместно с Видное радио и фаер-шоу. Парк будет проявлять и делать какие-то, проводить акции, мероприятия для того, чтобы постоянно в течение всего сезона люди знали, что они могут прийти здесь, получат какое-то моральное удовлетворение, физическое, отдохнуть, покататься на аттракционах, послушать музыку. Мальчик Дима хотел посетить парк еще зимой, но он был закрыт. А 1 мая он с удовольствием пришел сюда вместе с папой, чтобы покататься на аттракционах и попрыгать на батуте. Парк нравится, парк, кататься, это трактор, еще чем смотреть на него. Да и детям постарше очень нравится в Видновском парке отдыха. Молодежь любит приходить сюда компаниями и проводить здесь весь день. Ведь в парке помимо аттракционов можно покататься на роликах, велосипедах, посидеть у фонтана с мороженым, насладиться природой и свежим воздухом. Тут очень весело, тут хорошие аттракционы, здесь... доброжелать. Ну, как здесь очень круто, короче. Теперь, когда все аттракционы начали работать, когда природа расцвела и погода нормализировалась, Центральный парк отдыха города Видное станет отличным местом для прогулок горожан. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.